Вот, вот этому климату в доме. Я специально сегодня взял эту волшебную шапку. Я могу пройти по кругу. Первый раз я вижу, когда Женя злится, и он почти полчаса молчит. Не сказала о том, что ей написал друг плохо. Как жить ей? Вообще можно просто хотя бы кислородом дышать? Понимаешь, я пишу на нем 24/7, в том-то и проблема. Настя, ты понимаешь, что ты висишь механически? У тебя взаимоотношения между тобой и твоим телефоном гораздо ярче и эффектнее, нежели с Женей. Такое ощущение, что в некоторых аспектах мы просто друг друга совершенно не понимаем.